Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим задачи на растворы. Задача номер один. В сосуд, содержащий 5 литров 12% водного раствора некоторых веществ, добавили 7 литров воды. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора? Итак, давайте мы с вами освоим основной принцип решения таких задач. Итак, у нас имеется два сосуда. Их слили вместе и получили третий сосуд. Значит, первого раствора у нас 5 литров, второго 7 литров. И всего у нас получилось 12 литров. Что у нас говорится по условию? В сосуд, содержащий 5 литров 12% раствора. То есть мы внутри напишем с вами 12%. Добавили 7 литров воды. Вода не содержит процентов кислоты, поэтому просто 0%. И получили какой-то x процент. Теперь давайте мы переведем это все в десятичную дробь. Итак, 5 умножить на 12 сотых. Итак, 7 умножить на 0, это будет 0. Значит, это не будет участвовать в нашем уравнении. И 12 умножить на x, это 12 умножить на x и поделить на 100. Потому что процент — это сотая часть числа. Итак, 5 умножить на 0,12 равняется 0,12 x. Отсюда x равен 5. Значит, концентрация получившегося раствора 5%. Задача номер 2. Смешали некоторое количество 15% раствора некоторого вещества с таким же количеством 19% раствора этого вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора? Опять рисуем наши емкости с растворами. Итак, смешали некоторое количество 15% раствора с таким же количеством 19% раствора. Пишем прямо так, как читаем задачу. Получаем x прибавить x, это 2x. И смотрим, какой процент мы получаем неизвестное количество, то есть y. Итак, получившаяся наша внизу запись. 0,15 x. Прибавляем 0,19 x и равняется 2x умножаем на y и деленное на 100. Потому что y процентов, переводим в десятичную дробь, это y деленное на 100. 0,15 плюс 0,19 это 0,34 x. Получаем 2x поделить на 100 это 0,02 x y. Ну, понятно, что x – это положительная величина, поэтому мы можем ее отбросить. Отсюда мы получаем, что 0,02 y равняется 0,34. Отсюда y будет равно 17. Значит, 17% – это наш ответ. Задача номер 3. Смешали 4 литра 15% водного раствора некоторого вещества с 6 литрами 25% водного раствора этого же вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора? Итак, опять рисуем наши емкости. Значит, смешали 4 литра
15% раствора. 6 литрами 25% раствора. И получаем 4 прибавить 6, 10 литров. Мы не знаем процентного раствора, поэтому х процентов. Итак, 4 умножаем на 0,15. Прибавляем 6 умножить на 0,25. И получаем 10 умножить на х и поделить на 100. Значит, когда мы с вами решаем вот эту часть первую, мы получаем 0,6, прибавляем 1,5 и получаем 0,1х. Дальше все уже просто. 2,1 равняется 0,1х, отсюда х 21. То есть мы ответили на вопрос задачи. Значит, х это получился процент раствора. Четвертая задача. Смешав 30% и 60% растворы кислоты и добавив 10 кг чистой воды, получили 36% раствор кислоты. Если бы вместо 10 кг воды добавили 10 кг 50% раствора той же кислоты, то получили бы 41% раствор кислоты. Сколько килограммов 30% раствора использовали для получения смеси? Итак, в этом случае мы тоже начинаем рисовать колбочки. Смешали 30% раствор кислоты. Итак, 30% и весит он х. И 60% раствор кислоты. Пускай это будет y. И еще добавили 10 кг чистой воды. Раз это чистая вода, кислоты в ней нет, значит это будет 0%. И получили 36% раствор кислоты. Итак, вес этого раствора х плюс y и прибавить 10. Теперь мы подпишем внизу, что мы получаем. Поскольку процент это сотая часть числа, мы уже можем писать. 0,3х прибавляем 0,6y прибавляем 0 и равняется 0,36 умножить на х плюс y плюс 10. То есть мы получили первое уравнение. После этого мы можем немножко с ним поработать. Итак, давайте раскроем скобки. 0,3х прибавляем 0,6y равняется 0,36х прибавить 0,36y и прибавить 3,6. Теперь мы возьмем и перенесем все в одну сторону. Получим 0,6х. Отнимаем 0,24y и прибавить 3,6 равняется 0. То есть мы получили первое уравнение. Для наглядности мы его запишем. Теперь мы начинаем читать задачу дальше. Если бы вместо 10 кг воды добавили 10 кг 50% раствора той же кислоты, что нам необходимо сделать? Нам нужно опять сложить три колбочки. Причем первая часть у нас такая же, как и была в предыдущем случае. То есть x и y у нас сохраняются. А теперь мы добавляем третью колбочку, которая у нас поменялась. Итак,
добавили 10 килограмм 50% раствора. Получаем 10 умножаем на 0,5. При этом мы получаем 41% кислоты. Итак, что мы имеем в числителе? То же самое. Х плюс у плюс 10, а внизу 0,41 на скобочку х плюс у плюс 10. И теперь мы можем составить уравнение. Раскрываем скобки. 0,3х прибавить 0,6у прибавить 10 умножить на 0,5, это 5, равняется 0,41х, прибавить 0,41у и прибавить 4,1. Естественно, точно так же мы все переносим в эту сторону и получаем 0,11х. Отнимаем 0,19у и минус 0,9 равняется 0. Таким образом мы с вами сейчас получили систему. Система будет выглядеть следующим образом. 0,06х минус 0,24у. Прибавить 3,6 равно 0. И 0,11х минус 0,19у минус 0,9 равняется 0. Значит, ну мы можем первое уравнение, чтобы было проще, поделить на 0,06. Что мы получаем? Мы получаем х минус 4у плюс 60 равняется 0. Следовательно, мы можем выразить х. Х будет равен 4у минус 60. Подставляем это в наше второе уравнение. 0,11 умножить на 4у минус 60. Минус 0,19у минус 0,9 равняется 0. Теперь, когда мы получили элементарное линейное уравнение, мы раскрываем скобки. Итак, 0,44у минус 6,6 минус 0,19у минус 0,9 равно 0. Упрощаем и получаем 0,25у минус 7,5 равняется 0. Или у равняется 30. То есть мы отвечаем на наш вопрос. А вопрос был какой? Сколько килограмм 30% раствора было получено? 30% раствор – это х. А мы сейчас с вами нашли у. Итак, для того, чтобы найти х, надо воспользоваться вот этим выражением, этой подстановочкой. И получаем 4 умножить на 30 минус 60. То есть равняется 60. В данном случае вот это и является нашим ответом.